Блеклые стены и ободранные турники больше не будут портить настроение детям. В школе номер 2 рабочего поселка Новоспасская этим летом ремонтируют спортивный зал. Полы на первом этаже тоже обновили. На месте дощатого теперь кафельный в светло-бежевых тонах. На данный момент ремонтируется входная группа, раздевалки, сам спортивный зал. Ну и я думаю, что дети 1 сентября придут в эти красивые стены и будут с удовольствием заниматься физической культурой. Школе в этом году исполнилось 35 лет. Здание устать не успело, однако интерьером заняться необходимо. На данный момент в школе обучается 690 учеников, 30 класс-комплектов. Школа большая, даже для нашей сельской местности. И, собственно говоря, все детки у нас занимаются разнообразными видами спорта. Почему? Потому что школа является РИПовской школой как раз по направлению здоровья-сбережения и соответственно, вот эта вот программа, в которую мы сейчас вошли, для нас очень актуальна. Работы начались 18 июля. Подрядчики обещают навести красоту до конца августа. Школу ремонтируют по федеральному проекту «Успех каждого ребенка». В 6 образовательных организациях Ульяновской области тоже капитально ремонтируют спортивные залы. Также 14 школ этим летом пополнится спортивным инвентарем. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.